Здравствуйте. Магазин электропары представляет обзор светодиодной лампы фирмы Истарс. Данная лампа имеет мощность 10 Вт и цоколь Е27, стандартный цоколь. Производители указывают нам, что данная лампа, 1 Вт данной лампы равняется 8 Вт лампы накаливания. И срок службы данной лампы составляет 40 тысяч часов. Данная лампа имеет светопоток 800 люменов и в переводе на лампу накаливания равняется 100 ваттам. То есть можно заменить лампу накаливания. Потребление данной лампы составит 10 ватт вместо 100 ватт лампы накаливания. Также производитель указывает нам габариты данной лампы 60 мм шириной. В длину данная лампа имеет 116 мм. Давайте посмотрим на эту лампу без упаковки. Также производитель пишет нам, что напряжение данной лампы 220 вольт, потребляемая мощность 10 ватт, угол рассеивания 120 градусов, степень защиты IP20, рабочая температура от минус 30 градусов Цельсия до плюс 40 градусов Цельсия, срок службы 50 тысяч часов. Также у лампы внутри упаковки есть мануал на русском языке. Вот так вот лампа выглядит без упаковки. На лампе указаны основные характеристики, то есть мощность. Данная лампа имеет теплую цветность. Теплая означает то, что цвет больше желтый и ближе к лампе накаливания. Давайте посмотрим, как эта лампа будет гореть. Если... Данная лампа довольно быстро зажигается, так как она светодиодная. Не содержит ртути, безопасно. Лампа всегда есть в наличии в магазине электропара. Вы можете оставить заказ на сайте, либо позвонить нам по телефону. Спасибо, до свидания.